Новый двухсерийный кинофильм по заказу ТВЦ будет полностью снят в Ульяновске. Его рабочее название «Правда». Режиссером картины является Андрей Силкин, за плечами которого около 20 киноработ. Ульяновск, потому что это такая уже некая столица киноиндустрии, потому что сюда приезжают уже второй год снимать. И мы не первые, я думаю, мы не последние. И здесь замечательно, я считаю, что как-то развивается кино, развивается культура, и привлекаются местные и люди, и местные артисты, потому что у нас в группе съемочной есть и люди, которые из Ульяновска, то есть уже которые работали в кино, уже знают эту систему, знают эту схему, и вот нас они помогают, и я думаю, что все вообще, то есть отлично будет. Фильм «Правда», как пояснил режиссер, это человеческая история с элементами детектива. Для первого съемочного дня был выбран салон красоты, расположенный на улице Красноармейской. По словам режиссера, в следующие кадры попадут бизнес-центры, рестораны, офисы, квартиры. В общем, в фильме покажут самые красивые и вкусные места Ульяновска. Ну а какой детектив без погони? Это тоже будет. В фильме «Правда» задействованы известные актеры театра и кино: Татьяна Козючиц, Кирилл Жандаров, Сергей Векслер, Дмитрий Муляр, Галина Бакашевская. Коротко о характере своего героя и сюжетной линии нам рассказал актер театра и кино Кирилл Жандаров. Это парень, которого подставили, обычный парень. Его подставили, и он пытается найти эту самую правду. Да. Все. Ну, понятно. Да, он выходит на героиню, которая может знать правду. Ульяновскую правду. Ну и они находят эту самую правду. Компанию известным актерам театра и кино составили обычные ульяновцы, которые снялись в массовке. Новый телевизионный проект будет сниматься в течение 2 недель. Планируется выпуск 2 серий по 44 минуты. Сериал покажут на телеканале ТВЦ в конце ноября. Ирина Антонова, Даниил Сурков, Новости Улправда ТВ.